Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня начинаю новый влог. И хочу, во-первых, поздравить всех с прошедшим праздником Светлой Пасхи. Пожелать вам всего самого лучшего. И, конечно же, мирного неба над головой. И здоровья. Здоровье самое главное. Вот. У меня будет такой влог. Я там поснимала немножко кусочки. Вам обязательно покажу. И у меня так совпало в этом году, что 23 числа у меня младшего сына моего был день рождения, ему исполнилось 7 лет, и на следующий день Пасха. То есть такой прям двойной праздник на выходные. Куличи я сама не пекла, яйца сделали, ну такие наклеечки сделали у меня мои мужчины, так что вообще супер, там Каспирюшенька мой спит. Вот, и у нас на улице очень пасмурно, время сколько, 12 часов, вот, но очень пасмурно, мы сегодня с Боной ходили, гуляли на Финский залив, тоже там вам немножко поснимала, вставлю в этом влоге, покажу, но дождь идет, и сегодня обещают целый день дождь. Мне когда спрашивали про парфюмерию рассказать, ну, я обязательно расскажу той парфюмерии, которой я пользуюсь, ну, и вы меня спрашиваете, знаете, вы меня... Ну, как-то мне хочется, мне каждую весну хочется новых ароматов, очень. Я сделала себе заказ с сайта Рандеву. Вот такая коробочка мне пришла. На этом сайте нет подделок. Я там заказываю не первый раз, и я вас уверяю, подделок там нет. Это точно проверено мною. Вот, так что можно спокойно заказывать. Тем более сейчас там на весь ассортимент, там же еще косметика продается, скидка 50%. И плюс... У меня есть купон со скидкой 10%, я вам его, ну, не купон, промокод, да, я вам его обязательно оставлю под видео, так что будете заказывать, воспользуйтесь, скидка это действует от 2500, если заказ делаете от 2500, то дополнительно на все вам еще и скидка 10%, супер. Там очень большой ассортимент парфюмерии, ни разу не было такого, чтобы я хотела найти какой-то парфюм, и его там не было. Ну, не знаю, очень удобно пользоваться сайтом и так далее. В общем, ко мне пришел вот такая вот коробочка. Все отлично запаковано. Обслуживание вообще на высоте, потому что я сделала заказ, мне тут же перезвонила девушка, все со мной согласовала, и все замечательно привезли, курьер тоже вежливо, в общем, все супер. Значит, и запаковано все вот в такую вот, так вот было завернуто в такую бумажку. Я, конечно же, уже девочке все распаковала. И даже кое-что попробовала, так что там да, вкладывает еще накладную, естественно, вам. Вот, и что я больше всего люблю, когда так делают сайты, это обязательно такие маленькие, но подарочки. И, кстати, Люмине, марка Люмине. Вот кто из вас пользуется вот этой маркой Люмине, обязательно мне напишите. Она, кстати, есть представлена на сайте Рандеву. Вот, я посмотрела, я с удовольствием, я вообще одно время этой маркой пользовалась, а сейчас что-то вот про нее забыла, и спасибо сайту за вот эти пробнички, напомнят мне, вот здесь какой-то кремушек, гель и какой-то маслице. Ну, в общем, я обязательно посмотрю, попользуюсь, успокаивающий коктейль с маслом семян северной конопли, то, что нужно прям, вот, и я заказала себе вот такой набор. Девочки, вот такой, смотрите, какой. Во-первых, упаковка, конечно, очень классная такая, ну, не кричащая, просто вот у меня 45-й набор, да, это номер 45. Избранные селективные ароматы. Здесь 8 ароматов по 1,5 мл. На самом деле, этих 1,5 мл кажется, что, ну, что там 1,5 мл? Нет, наиграться хватает вообще. Смотрите, вот такие вот у меня идут здесь ароматы. Я очень хотела попробовать вот этот Александр Джи, да, вот этот, правильно так, по-моему, произносится, вот этот аромат. И очень хотела попробовать парфюм Де Марли Мелиора Вумен, вот этот вот аромат. Очень хотела их попробовать. Вот это вот Зарка Парфам розовая молекула я уже пробовала. Ну, эксцентрик молекула, я не понимаю этот аромат, вот даже сейчас... Вот здесь, вот, да, вот он пришел, он мне ничем не пахнет, реально. Хотя муж говорит, что приятно пахнет таким каким-то сладенько-травянистым от меня. Я его вот не понимаю, мне вообще вот как вода, не знаю. И попробовав вот эти вот ароматы, кстати, на вот этот набор сейчас тоже идет скидка 25%.
Попробовав вот эти ароматы, я вот в этом разочаровалась, девочки. Вот как я хотела попробовать вот этот аромат. Ну, он такой шипровый, что ли, я не знаю. Ну, вот вообще не мое. И очень классно, что я заказала вот этот набор. Потому что, во-первых, можно нанести, можно вот просто посмотреть, как раскрывается на вас. Я обожаю вот такие вот маленькие отливантики, пробнички, тестеры всякие. Очень люблю, потому что, ну, ароматы такие, знаете, ну, даже если 5 тысяч стоит, 10 тысяч стоит, да, и выкладывать за большой флакон, тем более 100 миллилитров, и потом по факту он вам не нравится, и вы не знаете, куда его деть, ну, это тоже, ну, такое себе удовольствие. Вот, поэтому... Я еще здесь из этих не пробовала Juliette Has Gone Not a Parfum. Вот этот вот не пробовала. Давайте вместе с вами попробуем новый аромат. Ну, в общем, у меня уже здесь появилась хотелка. И вот эта Mancera Rose Ваниль я тоже пробовала. Где она? Вот она. Mancera. Видите, здесь такие ароматы. Поэтому очень удобно вот заказывать такой набор. Девочки, всем советую. Вообще еще можно, знаете, этот набор заказать... Просто поиграться и разнообразить свой парфюмерный гардероб. Можно так сказать. Так, наношу я вот этот Juliette Has Gone. Ой, ну слушайте, приятный. Какой-то кокосик, что ли. Очень приятный. А вообще, после вот этого набора я безумно хочу себе вот этот вот парфюм De Marly Meliora Woman. Девочки, это балдежный аромат. Я его уже наносила, кстати, много раз. И смотрите, сколько у меня еще. То есть это 1,5 миллилитра, это на самом деле не так уж и мало. Слушайте, на Juliette Has Gone немножко такая зеленая нотка пошла, травянистая. А вот этот вот парфюм De Marly, это он раскрывается очень красиво, очень. Вот плюс набора, опять же повторюсь, тем, что вы можете попробовать, и он в течение дня раскрывается. Он и пудровый, и сладковатый, и цветочный. Я не знаю, он просто... Вот когда просто вы его... наносите, он немножко каким-то цитрусовым таким, какая-то кислинка. Потом идет такая пудровость, потом какая-то цветочность, потом какая-то сладость, потом какая-то ванилька, что ли, или что-то такое. Вот знаете, боже, какой он красивый аромат, девочки, я хочу. У меня же тоже скоро день рождения. И получается вот этот аромат, парфюм De Marly, на рандеву, если еще со скидкой 10%, да, по промокоду, получается дешевле, чем где-либо на сайтах. Я уже прошерстила, наверное, весь интернет, девочки, в поисках вот этого аромата. Очень, он такой балдежный, мне кажется, и на лето, но на лето не на жару, а вы знаете, вот на такую прохладную, или летний вечер. Вообще огонь, вообще просто. Ой, девочки, в общем, балуюсь, разнашиваю. Вот этот Zarka Parfum, вот этот вот розовая молекула, есть еще фиолетовая молекула. Фиолетовая, она такая, мне кажется, понасыщеннее больше. То есть этот я пробовала. И Mancera Rose Ваниль, это такой аромат, знаете, роза и ваниль, но ваниль не сладкая, а такая горьковатая ваниль. И роза такая немножко горьковатая. Ну, такой вот аромат. Такой на жаркую, наверное, все-таки погоду. Буквально один пшик, и вам хватит этого всего. А вот этот вот Александр Джи, вы знаете, Morning Muscus написано на нем, но он такой не мое, он мне чем-то напомнил Жадор от Dior. Вот, а так бы, представляете, я вообще задумывалась о том, что приобрести, давно еще задумывалась. И если бы я приобрела вот этот аромат, я была бы просто... очень сильно расстроена, честно вам скажу. Про него очень много положительных отзывов, но мне не зашел. Поэтому наборчик всем советую, девочки, ну просто разнообразить свой парфюмерный гардероб, поносить что-то новенькое, супер. Там наборы разные, есть и мужские наборы, есть и женские, разные наборчики. Обязательно посмотрите, я вам всю информацию оставлю внизу в инфобоксе, тем более сейчас там скидки. А промокод мой действует до конца мая, ну я подпишу все вам. Вот, так что супер, у меня куча хотелок, девочки, я столько хочу всяких ароматов, ну, конечно, не стану. Но вот сейчас вот этот парфюм De Marly, это просто нечто, это нечто аромат, девочки.
Очень вкусные. Вот если будете тоже приобретать, обязательно вот такой наборчик возьмите. Различные селективные ароматы, побаловаться, вообще узнать, что это такое, просто супер. Так что вот так вот. Вот. Так что всю информацию оставлю вам внизу в инфобоксе. Обязательно переходите, смотрите. Но это нечто. Это нечто для меня. Вот. Я сейчас поеду. Мне нужно быстренько съездить в магазин. Еще успеть купить кофе и молоко. У меня закончилось кофе. А такая пасмурная погода. Без кофе вообще никуда. Вот. Ну и пока я езжу, вы как раз посмотрите те кадры, которые я уже поснимала. Не забывайте, что вся информация стала в инфобоксе. Сейчас снимала покупки, из магазина «Лента» мы приехали. Забыла показать самую главную покупку. Аккуратненько открываем. Боже мой! Это я сюда ногой встал, стою, его никто не замечает, и это у меня цапает. Ага, красавчик наш. Сидит там. Че сидишь там? Такое. Да. Бандичелло. Бандичелла самая настоящая. Куличи вы уже видели в закупке продуктов из магазина «Лента». А это яйца. Вот наклейки у меня были такие разные, еще какие-то докупали. Единственное, что яйца, вот эти С1, получается, да, у меня, они все-таки маленькие оказались для этих наклеек. Но ничего страшного. В общем, мои мужчины тут сделали. На самом деле очень удобно. Просто опускаете в горячую воду и вот такие вот яркие, красочные, они получаются. Моим мальчишкам они очень-очень нравятся. Вот такие, видите, со светлой Пасхой. Очень, не знаю, очень нравится. Быстро, удобно и вообще. Единственное, что мои, видите, забыли там этикетку. Что-то 5 рублей, что ли, одна штучка. Я же не помню, почем покупала. Забыли их отклеить. Ну, ничего страшного. А так, конечно, согласитесь, прикольно очень они смотрятся. Вот. Хотя у меня каждый раз есть задумка прям накрасить там яйца. Но и так тоже нормально. Мы тут с Боночкой решили с утра прийти на Финский залив. Ну как, я решила. У нас на улице дождь. Смотрите. Ой, чуть не упала. Басянчик. Сейчас мы туда вдоль так пройдем с ней. Красота. Джуси со мной так не ходит. Смотрите. Какой красивый. Да, вот он, сколько ни приходишь, он всегда разный. Вот видите, мне как-то писали, что по льду ходит глубоко. Нет, вот. Вот обычно я прихожу, и вот эти вот кочечки, они видны. То есть видите, какой отлив. И на самом деле вот такое дно здесь не песчаное. Вот. Хотя его можно, его вроде как чистят. Вот видите, оно какое. И, во-первых, видите, желтый такой налет. И вот оно все дальше, вот туда, все, все вот так вот в камнях. Все. Чайки летают. Красота. Красота, девочки. Вот такая вот. Всех отвезла. Баняшечка моя. Всех отвезла. Ну, как всех, младшего отвезла. Старшего у меня муж отвозит. Там лодочка лежит, тоже красиво, да? Вот. А мы с Бонной решили погулять. И что-то я так на Финский залив захотела. Думаю, надо пойти. Ветра нет. Вчера мы с ней гуляли. Был такой ветрюга, девочки. Вы, кстати, не смотрите, что я так тепло одета. У нас на улице плюс 5. Ой. Сейчас я тут... Бонна, пошли. Бонна, ты идешь? Ну, куда ты в саму грязь? Бона, как всегда. Свинка Пеппа. Свинка Пеппа, ты. Вот. Время 9:30. Решили на залив пойти посмотреть, что тут, как тут. Так что, вот тут красота. Чайки кричат. Единственное, что у нас бывает, когда цветет Финский залив, здесь вонище такое. Знаете, тухлой рыбы или чем? Ну, так и тухлой рыбой пахнет.
Не очень прикольно. Тут домик еще красивый. Прикольно. Чайки. Дождь. Красота. Вон, ты сейчас спать будет, а у меня еще дел куча. Вот. Видите, у меня даже щечки красные. Щечки мои. Вон уже начала эта трава. Здесь у нас, кстати, видите, мусора много. Но его убирают. Тут потом ходят люди. Ну, специальные. Специальные люди. Вот. Видите, уже травка начала расти. У нас же как раз будет скоро этот субботник. Вот. Будут убираться. Ну, специально у нас нанимают людей. Они убирают тут. Вот. Чайки кричат прикольно, вон они там. Красота, да, девочки? Видите, тут куча ракушек. Всяких, всяких, всяких. Вон, а мы туда не пойдем, грязь. Скажи, мать, что ты мне говоришь? Бона, дождь и грязь. Бона. Бандитка. Пошла. Дурочка. Она, кстати, не пьет воду. Она просто ее в рот набирает. Видите, она всегда так делала, когда маленькая была. Бона, ты дурилка. Вот такая она у меня. В дождик гуляем. У нас сегодня целый день обещают дождь. Завтра вроде бы уже получше. Вообще на этой неделе похолодание. 5 градусов. Ну, была свинка Пеппа. Вот. Потому что она здесь не глубоко. Кто-то переживал за детей, за собаку. Нет. Если провалится, только ноги намочат. И все. Песочек тоже класс. Вот. Так что мы сейчас вот там вот пройдем. И... пойдем уже до дома. Надо мне резиновые сапоги, девочки. Уже на Вальберес посмотрела. Резиновые сапоги надо купить. А то у меня нет резиновых. Точнее, у меня есть одни, но они, знаете, вот, ну, где голенище вот здесь вот потрескались. Ну, потому что лет 10, наверное, если не больше. Да какое больше, чем 10 лет. Красота. Девочки, вам немножко красоты. Ну вот, надо мне резиновые сапоги себе купить. И Бонни. Потому что она он накупалась. Да, Бонна? Деловая женщина. А что вот такая вот у нас? Ну, красиво. Много, обалденно. Люблю Финский залив. Если бы еще здесь можно было купаться, вообще никуда ехать не надо, девочки. Куда он? Смотрите, какие ракушки какие. Красивые. Да? Вот так вот. Ладно. Мы с Босяни пойдем. А то уже и так все мокрые. Да, Бося, пойдем домой. Мать сумасшедшая. Такая красота. А здесь я еще решила зайти в наш местный магазинчик. Он меня прямо порадовал таким огромным количеством всяких разных семян. В принципе, достаточно недорого, я считаю, здесь. Может быть, это какие-то остатки соби, не знаю. Обычно этот магазин у нас был такой, знаете, ну, в основном там ведра, швабры, там, ну, всякое такое. Здесь прям земли сколько, видите, там и лук, и даже вот чуть-чуть рассады есть, даже тут какие-то семена на распродаже. Но я посмотрела, это старые года, то есть, ну, вы поняли, да? Ну, они не то чтобы просроченные, но, в общем, могут не взойти старого урожая. Правильно, да, так можно сказать. В общем, я тут даже прям подзависла. Много очень земли еще, подкормок всяких сюда привезли. Ну, правильно, потому что обе закрыты, а у нас в основном затаривались именно там. Ну, и всякое немножко тут и строительное, и горшочки всякие, ведерки, в общем, куча-куча всего. Прям порадовал меня этот магазин. Я 100 лет уже сюда не заходила, и... была приятно удивлена, я вам скажу. Ну, видите, даже раковины есть, и всякое для строительного, и швабры. Ну, в общем, прям молодцы у нас. Прям как такой, знаете, мини-оби. Вот, кстати, впервые увидела вот такую подкормку для лука и чеснока. Вот.
Так что я думаю, что буду теперь сюда захаживать. Ну, не то чтобы постоянно, но буду захаживать, потому что очень много всего. Так, приехала я домой, заходила вот в местный магазинчик. У нас нету почему-то кофе в большой упаковке. Взяла 2, 250 рублей стоили они, даже 249. 250 грамм вот такие Паули. Ну, я его тоже как-то пила, но тоже, в принципе, ничего. Взяла сразу 2, потому что 249 рублей. Мне кажется, это недорого, да, получается. Килограмм где-то 900 рублей. Ну, с нынешними ценами так вообще получается недорого. 152 рубля. Нет, да, 152 рубля у нас стоит вот такое молоко еще взяла. И по 18 рублей я уже покупала своим девчонкам. Взяла вот такие вот по 18 рублей. Они сейчас на акции стоят у нас. Вот этот винер от Мираторг. Правда, единственное, что единственный вкус был телятина в соусе. Ну, мои как бы. Им все равно такой вкус. Они у меня едят. Вот. Так что вот такие вот еще набрала пакетики. Вот. И зашла еще в Альберес. Тоже сейчас вам покажу. Так, ну давайте покажу, что я заказала на Альберес. На самом деле думала, что весь заказ пришел. Оказывается, не все пришло. Во-первых, я заказала... Та-дам! Смотрите, сколько много... Но у кого есть животные, тот меня поймет. Потому что вот это у меня уходит обычно очень быстро. Я раньше часто покупала в Икее вот эти вот ролики. И в ленте. Но в ленте я забыла. Ну, короче, решила заказать. Там есть разное количество в упаковках. Я взяла 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 штук. И сам ролик тут тоже есть. Вот он. Вот. Так что супер, девочки. Вот, ролики для одежды. Кому надо, вдруг артикул. Но на самом деле там много всяких разных. Я взяла тот, который по акции, самый недорогой, потому что они у меня уходят очень-очень быстро. Так, дальше. Я заказала, девочки, самое главное, это белорусскую косметику. Мне одна девушка писала, что ее как раз-таки можно и нужно заказывать на Вальберес. Во-первых, вот эта тушь XXL, которую очень много кто мне... хвалила ее. В общем, попробую. Обязательно потом расскажу, как мне понравилось или нет. И я на самом деле заказала там две маски. Цена 30, да, написано. Одна это вот такая для области вокруг глаз с коллагеном и гиалуроном. Вот видите, вот такая. Решила попробовать вот такой марки. Это Белоруссия. Да? Ничего не написано. Сейчас я вскрою, покажу, как внутри выглядит. Так, ну что, я открыла. Вот, да, здесь было написано Белита. Вот такая вот масочка. Она кремовая. И что самое интересное, здесь вот эта пленочка. И еще внутри он пленочка. Или у меня плохо оторвалось, или что. В общем, она такая, как кремообразная. Как кремушек для области вокруг глаз получается. Ну, попробуй, девочки, попробуем. Такая вот баночка. Вот. Потом расскажу. Так, и еще, как вы видели, я зашла в местный магазинчик наш. Купила вот эту вот штуку. Это... стручковая фасоль. Она мне очень понравилась в прошлом году. Вот у меня еще на один раз осталось. Я все, что у меня выросло, мы и так ели, сажая в теплицу. И я заморозила и всю зиму вот в охотку вообще ели. Замораживаю ее прям сырой. Вот такой вот решила еще купить. Потому что обещают обе открыть, но когда, неизвестно. Еще купила петрушечку. Потом вот такой салатик. Вот такой. Так, вот такой салатик. Вот. Вот такой салатик. Я, кстати, в прошлом году вот такой покупала салат в Оби. И у меня оказался обычный он в пакетике. Ну, перепутали. Ну, еще и зелени здесь. Вот такой укроп. Вот такой вот какой-то гибовский. Ну, я разные сорта все время беру. И вот такой вот. Геркулес огородный изобилие. И еще купила капусту. Я, конечно, понимаю, что, может быть, ее слишком поздно, но я поэтому взяла... Где-то должно было быть написано раннеспелая. Слушайте, девочки, или я что-то перепутала. Капуста белокочанная. Слушайте. А, вот, да, видите, 20 июня, 15 июля. Но надо было в марте высаживать семена. А я только сейчас буду в
конце апреля, поэтому я взяла, чтобы она у меня успела созреть. В общем, такую капусточку. В принципе, и шла за капустой, но вот это уже до кучи. Вот за все эти семена я отдала 163 рубля. Вот, девочки, запоминаю цены. Вот, так что вот такие вот у меня еще был заказ. Еще я, кстати, заказала маску, еще одну, тоже белорусскую. Ну, для лица, для области вокруг глаз и для лица. Вот для лица она у меня еще не пришла. То есть у меня так, был такой маленький заказик. Я что-то даже не посмотрела, все пришло или нет. Ну, в общем, девочки, буду пробовать, буду пробовать. Вот, еще мне там шампуни рекомендовали белорусские и еще что-то. В общем, у меня все записано, все буду потихонечку. Ну, будет, знаете, заканчиваться, буду заказывать что-то новое. А вообще, вы слышали, да, что компанию Оби кто-то выкупил полностью? Ну, полностью, получается, весь бизнес Оби выкупили и собирались открыть. Но у нас пока закрыто. Вот, и что вроде бы какое-то время Оби будет работать под своим старым названием, то есть под Оби, а потом они типа переименуют его. Вот. Но очень бы хотелось бы на самом деле. Я ведь думаю же, что Оби, у них же заключены какие-то контракты на поставку вот этой рассады и всего остального. Потому что у нас рассаду, вот, например, цветов я в этом году не сажала, вот эти однолетки, семена, и мне негде купить. Единственное, что в Леруа Мерлен, если только ехать и там покупать. Я дорогую рассаду не покупаю, то есть вот эти петуни в питомниках, вот у нас есть здесь недалеко питомник, и у нас там стоит, блин, одна петунья 500 рублей. Ну, это уже вообще, это в прошлом году стоило, сейчас, наверное, вся тысяча. Вот, ну, это, да, она красивая, да, но мне нужно что-то попробовать. Простенькую такую хотела петунью, еще какие-нибудь такие однолетние цветочки посадить, чтобы так они постоянно цвели все лето, было весело, красиво. Но ехать за таким в питомник я как-то не очень хочу, потому что я знаю, что в питомниках все намного дороже. Да, сорта будут обалденные, цветы будут обалденные, все будет обалденное, но будет очень дорого. Мне такое не нужно. Вот, так что вот так. Поэтому зашла. А у нас, кстати, вот местный вот этот магазинчик, ну, он такой, раньше в основном там тазики, там, ну, что-то какое-то бытовое такое. Ну, вот я там поснимала. А сейчас и семена. Поняли, что нужно. Раньше-то все садились, что там в Оби автобус шел у нас, сел в остановку Оби, вышел, дорогу перешел и все. Так что как-то так. В общем, ладно, девочки, на сегодня я буду с вами прощаться. Но вообще вот этот аромат, который Де Марли, парфюм Де Марли Мелиора. Как он мне нравится, девочки. Я сейчас вот набрызгалась, поехала в машину, и просто вот я на одну руку нанесла, и у меня вся машина в этом аромате. Он такой, он нежный, какой-то цветочный, вроде какой-то фруктовый, слегка пудровый, слегка кислинка. Он такой обалденный. Вот сейчас на весну его, не знаю, наверное, закажу себе дню рождения, потому что я вот как получила этот набор, наношу периодически этот аромат и просто кайфую. Он такой классный. Но советую всем вот этот наборчик. Вот. В общем, ладно, на сегодня я уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую и до новых встреч.